В осенне-зимний период нам ходит только одна маршрутка 67. Ездит она безобразно. Вечером после 20:00 она не ходит вообще. То есть мы, жители поселка, не можем добраться домой. Или пешком приходится идти, или на такси. Водители просто не хотят ездить. Также утром они допускали большие перерывы между машинами. В связи с чем я неоднократно опаздывал на работу. Примите, пожалуйста, меры в отношении перевозчика. И такие жалобы от ульяновцев поступают ежедневно. Ситуация особенно накаляется, когда город заносит снегом. Осадки значительно осложняют движение маршрутно-транспортных средств. На остановках скапливаются люди, которые не могут с утра попасть на работу, а после добраться до дома. В этой проблеме жители региона в основном винят дорожные службы. Снег мешает передвижению транспорта. Пространство возле остановок своевременно не чистят, а значит и подойти к нужной маршрутке – то еще испытание. Например, сегодня собралась ехать в Ульяновск утром. Этот автобус, на котором я запланировала ехать, он не пришел. Ну, водителям очень трудно, все жалуются. Ну, интервалы вроде пока соблюдаются. Долго вообще маршрутку ждете? Ну, по-разному. Но пока вот я езжу на 90-м маршруте, неплохо ходят они. А пожелания какие-то есть к работе, чтобы улучшилось как-то? Лучше убирали город. Тяжело людям и ходить, и ездить. Ну, вообще-то не очень. Долго приходится ждать? Долго, да. Минут 15 бывает. То есть немало. А какие-то пожелания хотели бы, чтобы там улучшили? Ну, чтобы дороги получше чистили. Тротуар, дороги. Если проблему уборки дорожно-транспортного полотна можно решить с помощью нескольких единиц спецтехники, то отрегулировать передвижение общественного транспорта задача посложнее. На совещании с главой региона предложили ввести регулируемые тарифы. Напомним, большинство водителей маршруток – частные перевозчики, а значит, их работу региональная власть контролировать не может. Когда мы видим, что 90% транспортной работы сейчас в городе Ульяновске обслуживают и проводят частные перевозчики, то мы видим о том, что, к великому сожалению, они сегодня не справляются с той задачей, которая поставлена в нормативно-правовых документах и Российской Федерации, и Ульяновской области. Главное преимущество регулируемого тарифа – это стабильная работа. Так водители маршруток будут обязаны перевозить граждан согласно утвержденному расписанию на том транспорте, которое прописано в договоре. Увильнуть от графика не получится. Передвижение автобусов и маршруток будет занесено в специальную дорожную систему. Это позволит гражданам не стоять на остановках по 30 минут и более, по 20 минут и более. Позволит гражданам, жителям города Ульяновска знать, когда придет этот автобус. И кроме этого, весь регулируемый тариф, все транспортные средства, которые двигаются по регулируемому тарифу, внесены в специальную систему. Данная система связана у нас с Яндекс.Транспортом. И каждый житель Ульяновска может увидеть, открыть Яндекс.Карту и увидеть, когда данное маршрутное средство придет к нему к остановке. Также на совещании особое внимание уделили 14 маршрутам, на которые чаще всего поступают жалобы. Основная проблема – добраться с нового города или с отдаленных районов в центр. О результатах проделанной работы по улучшению качества общественного транспорта ульяновцы могут узнать лично от депутатов. С ними в ближайшие сроки будет налажена обратная связь. По двум маршрутам меры уже сегодня приняты в части транспортной доступности микрорайона Свияга-10. Теперь 20-й маршрут начинает движение от улицы Отрадной. И в части транспортной доступности для жителей микрорайона Опытное поле. 69-й маршрут уже выполняет несколько вывозных и ввозных рейсов для того, чтобы жителям было снова удобно. Главное, чтобы людям было удобно. А пока в планах на будущее дать предпочтение электрическому транспорту. Так новые львята оказались полностью приспособлены к ульяновской зиме. Там, где еще не успела ступить снегоуборочная машина, львенок проходит без проблем. А в условиях зимы наши вагоны показали вот этой модели, что они проходят снега, сугробы. Даже если техника снегочистительная, которая еще не была, не почистила вдруг рельсы, подвижной состав справляется с тем, чтобы проплыть, наверное, через эти сугробы без ущерба для подвижного состава. Работа по улучшению качества работы общественного транспорта уже ведется. Как обещает региональная власть, к концу недели ульяновцы увидят положительные изменения. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Герман Баранов. Новости Улправда ТВ.